Итак, всем привет. Вас тоже уже достали эти блокировки VPN? Лично меня, да. Я уже перепробовал, наверное, все самые популярные и даже мало кому известные VPN, и у всех них постоянно появляются какие-то проблемы. То их блокирует Роскомнадзор, то отваливаются сервера, то почему-то в один момент они перестают работать то на Windows, то на телефоне, то еще где бы то ни было. Еще я в последнее время активно пользуюсь чат-GPT, но и тут ни с того ни с сего мой нидерландский VPN перестал пропускать чат-GPT. В общем, мне это конкретно надоело, и я нашел решение. Итак, прежде чем мы перейдем к самому решению, расскажу, в чем, собственно, суть. Есть такая штука, называется Outline VPN. Это VPN-клиент, который есть на всех платформах, и на ПК, и на телефонах, но это не какой-то конкретный чей-то VPN. Если вы его скачаете, он просто так работать не будет. Нужен обязательно ключ. Outline — это открытый и безопасный клиент, причем, на мой взгляд, самый простой в использовании из всех, что вообще сейчас существует. Короче, перейдем к делу. Первым делом переходим в App Store или Google Play. Если у вас он Android, пишем в поиске Outline VPN, видим такое приложение, скачиваем. Вот она у нас скачалась, открываем. Здесь пусто, нужно добавить сервер, соответственно, нужно получить ключ, которого у нас пока нету. Поэтому переходим в Telegram, пишем в поиске Aegis VPN бот. Я оставлю ссылочку в описании, но можете найти его и так. Переходим в бот, нажимаем начать. Все, вот, собственно, наш Telegram-бот, в котором мы можем получить ключ доступа. Открываем каталог, видим США, сервер в США, идеально подходит для чат-GPT, YouTube и всех других социальных сервисов, имеет высокую пропускную способность. Других серверов нет, потому что сервер в США — это самый удобный сервер, который работает со всеми сервисами, а Нидерланды, Бельгия, Германия, все остальные страны почему-то периодически блокируются, непонятно почему. Лично у меня было так, поэтому здесь имеется только то, что работает. А работает США. Господи, благослови Америку. Нажимаем профиль, чтобы пополнить баланс. У меня здесь уже есть 8.94, но ничего, покажу еще раз. Жмем пополнить баланс, выбираем любую платежную систему, которая вам удобна. Мне удобно Юмани. Жму Юмани, выбираю 100 рублей и нажимаем оплатить в браузере. Переходим, собственно, вот Юмани, вводим номер карты, жмем дальше. Готово. Отправили перевод. Возвращаемся в Telegram, нажимаем «Проверить оплату». Ваш баланс успешно пополнен. 92.94, видимо, какая-то комиссия. Но для этого у меня специально для вас есть отличный промокод. Поэтому жмем «Купить», нажимаем «Использовать купон», пишем такой текст «First», потому что первая покупка. И получаем 10% скидку. В итоге у нас сумма к оплате всего 90 рублей. Нажимаем «Подтвердить покупку». Получаем вот такой ключ от Outline VPN. Копируем этот ключ, открываем наш Outline VPN, который мы скачали, разрешить вставку, и у нас сразу же уже обнаруживается ключ доступа. Нам всего лишь нужно нажать «Добавить сервер». Нажимаем, жмем «Подключить», разрешаем конфигурацию VPN. Все, теперь у нас постоянная защита. Чтобы это проверить, 2ip.ru, США, Нью-Йорк. Все. Давайте теперь проверим, как работает чат-GPT. Переходим на чат-GPT, вводим адрес, вводим свои данные. Бинго! Как вы видите, все работает прекрасно, никаких блокировок, все отлично. Можем еще дополнительно проверить наш. Переходим на хуйер и видим, что у нас соединение защищено, США, все прекрасно. Здесь существует еще и реферальная система. Если вы будете приглашать людей, вы будете получать по 10% от рефералов первого уровня. И если они тоже будут кого-то приглашать, вы уже за них будете получать 5% за второй уровень рефералов. Пользуйтесь!